отряхнулась, пошла дальше. На синяки от падений здесь никто не обижается. Каждая ноша на чемпионате по переносу жен старше 18 лет и весит больше 49 килограммов. Способ переноски пара выбирает самостоятельно. Способ мягкого падения тоже. Она не упала? Нет. Муж задержал, прижал к себе. Я упал на коленки просто. Жену я удержал. Удержать жену на дистанции в 25 метров и прийти первым к финишу – цель каждого мужчины. Если падение все-таки произошло, забег продолжается с начислением штрафных секунд. Семья Орловых на чемпионате впервые. В СМИ занимаются волейболом, плаванием и боксом. Спортивное прошлое и настоящее помогло в победе. Я на него в кучку взялась, он меня понес так легонько, как страус, и как все команда. Отлично. Да. В копилку семьи победителя упало 10 тысяч рублей. Приз за победу. Кстати, идея переносить жен на скорость родилась в Финляндии. Там забеги пар проходят более грандиозно, с участием семей из разных стран. В Барнауле чемпионат пока не так популярен, но, возможно, он станет любимым видом семейного спорта. Ирина Горчагина, Александр Антропов. Наши новости.